Но перед началом ролика я хочу вам рассказать про сайт по продаже робоксов Robux 500. Тут вы всегда можете купить робоксы по низким ценам. Выдача осуществляется через группу, а также у них проходят различные конкурсы и акции. Пользуйтесь, все ссылки будут в описании. Так, друзья, всем здорово, с вами как всегда Бамбуковый Медведь Капанда. Ну и что, добро пожаловать ко мне в гости, Roblox, Джо-Джо, Юба, он же Йо Беза Адвенчер. А здесь у нас обновка, ребята, здесь новый вампиризм, новый трейдинг хаб, какие-то коды там и переделанные еще какие-то менюшки, обалдешки. Смотрите, я уже вижу, здесь лого по-другому выглядит. Вот так вот прикольненько все у нас здесь, какой-то радуга переливается, ребята. Хелп, кредиты всякие и так далее. Ну, давайте с вами посмотрим. Братишка, напиши в комментариях, кто-нибудь еще играет в Юбу? Или все уже ушли с головой в Blox Roots? Давай, братан, Капанда ждет твои лайки и твои комментарии. Обязательно потом будет интересно почитать. Ладно, с меня видосик, ну а с вас бамбуковый лайкосик, ребята. Обязательно бамбуковый луйцк. На удачу. Смотрите, игровые режимы, плей, версус и всякие хапчики появились, обалдеть. Давайте будем смотреть. Так, что тут у нас есть? С виду пока все так и есть. Менюшка сверху, менюшка справа. Девочка прыгает. Приветули. Под зонтик, пусти меня. Ой, прости. Я левую клавишу мыши нажал. Под зонтик, под зонтик, под зонтик. Так, ладно, под зонтик. Всем подписчикам привет. Так, чарктер. Human play time. А что такое 25? Among town you play. Что, 26 минут я наиграл? Или это только за сегодня? Обалдешечки. Join data. В 21-м году, ребята, я присоединился. Так, дерево, ребят. Смотрите сейчас, как будет. Бу! 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 Короче, вот так вот. Прикольно всяко учится. Дынч, нифига себе эффектики, ребята. Бом, красота. Да и только. Так, а как тут у нас трейдинг? Так, Вив Гэнг. Так, Вив Косметики мои всякие. Но, в принципе, здесь, наверное, так же, да? Но есть там у админчика. Так, Fighting Style. А, прикольно, смотрите, когда мы наводим, такое немножко изменяется у нас эффект. Ну, меняется задний фон при наведении, да? Шопы, короче. Так, ну ладно, здесь, наверное, все понятно. Здесь тоже все по-старому. Так, там кот, но кот, ребята, у нас в видосике, да? Я хочу глянуть, у меня этого вампира, конечно, нет. Мы сейчас с вами пойдем полностью глянем все у админа, глянем там кот. Но вангую там, наверное, опять... Так, мне надо тут что-то, наверное, будет почистить немножечко. Вангую кот, наверное, опять на престиже там. Не знаю, у меня первый престиж, который единичка. Я тут что-то давно уже не прокачивался. Надо будет как-нибудь все-таки взять время, ребят, и прокачивать. О, подписчикам всем приветули, ребят. Ой, еще один зонтик, красавчик какой. Ладно, погнали, посмотрим этого нового вампира. Ну и видосик админа, и поищем там кодик. Вперед, ребят. Итак, обнова еще не выкачана, но уже здесь выкачана, потому что пятница. Пятница видос был, получается, ночью. Сегодня уже суббота, ребята. Типа, надеюсь, что будет обнова до видоса там туда-сюда. Ребят, погнали, посмотрим. Так, за меня за лапки не возьму. 10 минут, обалдеть. Обалдешечки. Смотрите, какой красавчик. Ну, карта та же самая. Ча-ча! А, маска! Кровь! Вампир! Очуметь! О, какой красавчик! Вампиризм! Так, о, здесь список, бог ты мой! Вампир реворкит, 6 новых реворкит абилити, новый скилл 3, это я показывал. Вампир раса, да-да-да, Umbrella Item, вот то, что мы видели. Файтинг стайла абилок, новый респавенебл итем. Lucky Stone Mask, ребята, обалдеть, можно теперь что ли получить, да? Трейдинг хаб, короче, ну здесь можно все почитать, новый код, 7 дней действуют, да, новые карты 1 на 2 и какие-то изменения. Но это можно все чекнуть, ребята, у них в Дискорде. Либо на паузу здесь нажмете, кому лень в Дискорд, и здесь можете почитать. Тут куча change, изменения на мапы, кстати, смотрите, оптимизация, меньше лагов написано. Ну я особо не заметил, у меня вроде бы не лагало.
Короче, вот здесь всякие изменения, изменения. Бог ты мой, сколько всего! Ребаланс, смотрите. Та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Всякие ребалансы туда-сюда. Ладно, будем смотреть. Самое главное скетчик. Вот, дерево, древо умений. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бог ты мой, как это сасна, конечно же, выглядит. Бамбуково. Очуметь, красота. Так, музыку можешь потише. Когда звуки потом будут, мы погромче сделаем. А что, прикольненько, мне нравится. Во, покажу, да? Вампиризм, ребята, вампиризм, реворки. Переработка. Боюнчик. А скиллы покажут, надеюсь, все? О-о-о-о. Офигеть, дырка в полу остается. Барейч. Разрывает, плоть. Стреляет из глаз. О, еще и луч остается. Это прям как Homelander, твердыня. Из пацанов. О, так, Life Absorption. Делает, короче, атаки и высасывает энергию. Увеличивается от 0 до 200%, основано на вашем упущенном здоровье. О! И высасывает, получается, ХП. Очуметь. О, видали у него ХП? Было вот где-то вот так. Две трети коп захилялось. Ну, понятно, вампир. Вот, видите, ХП мало. Оп-оп-оп-оп-оп. О, полностью захилялся он. Life Absorption. Zombie Creation. Summon Zombie Меч. Короче, мечом бьет. Вылазит зомбак, короче, делает сальтуху и бьет противника. Блоков был. Короче, ломает блок, еще и станет и аим. Наводится. Обалдишечки. Superhuman Barrage. Бьет много раз и потом отталкивает противника. Superhuman Strange. Супер человек сила. Сила супер чела. Супер чел атаке. Spice Reaper Strange. Ай, о, глазами, смотрите. О, мне еще нравится такой эффект. Во, разрезал. Еще жалко, дом пополам не ломается. Было бы вообще эпично. Прикольный эффект вот этот вот остается. Во, дом разрезает. Очуметь, прикольно. Так, Abillion of the Dead. Ульта. Комбарь. Подкинул, бэм. Еще и замораживает противника, написано. И ломает их. О, еще и потом очуметь можно лучом его прожечь. Короче, замораживает противника, подкидывает, еще бьет. Блин, что-то, мне кажется, сильно громко, нет? Потише чуть-чуть. Так, фризинг. Замораживает тоже противника. Vaporization фризинг, ребята. Контер, короче. Вас бьют, вы делаете контер и замораживаете противника. А, чуметь, кстати, надолго замораживается он. Да, типа контер. Очуметь. Мастер зомби креэйшн. Пассивка, ребята. Короче, обращает противников или мобов в зомби. Очуметь. Смотрите, зомбак. О, зомбачок за нас. Короче, создает зомбаков. А надолго, интересно, нет? Офигеть. Фига он его дамажит там. О, армию зомбаков можно сделать. О, офигеть. Смотрите, не всех дамажит. Красота. Вот это прикольно. Мастерит зомби Креатион. Креатион. Создание зомбаков. Так. А Hyper Regeneration, смотрите, пассивка. О, ХП пошло. Regen Health Extreme Speed by Draining Your Blood Bar. Короче, закапливается шкала с кровью и экстренно увеличивается ХП. Так, это менюшка новая. Смотрите, новые карты, все дела. Престиж, там карта, что-то 1, 2. Версус, нормал, ранкит, ребята. Ну, Steel Ball Run.
Трейдинг Хаб. Вот здесь трейдиться можно, что ли? Трейдинг Хаб отдельный. Help. Ну, сюда я тыркал. Здесь можно посмотреть, для кто начинает управление. Кредит. Это тот, кто делает плейс. Админы-разработчики. Так, новая система Dash'а. Дэшится, ребят, по-другому. Ого, еще и там какую-то подсечку делает. Бьет. Короче, у всех, по ходу дела, какой-то уникальный дэш будет. Так, New Character Frame Stat. А сколько, какая раса, какое здоровье, сколько наиграно, когда присоединился, все показано. А, там еще вниз можно было пролистать. Опыт, health regen, скорость бега, dash power. Все, ребята, можно здесь свою стату, короче, посмотреть. Physical defense. И когда вы наводите, там есть подсказки. Ну, на английском, правда. Новое скилл, это древо скиллов редизайн. А, как красиво теперь. Ну, вот только скажите, ребят, что вам не нравится. Ну, вот только скажите. Смотрите, как сасна выглядит. Как бахает. Барабах. Ну да, прикольненько. Стенд суммонинг. По-другому теперь вызываются стенды. Ну, эффектов каких-то добавили. О, нифига, вот это было прикольно. Да. Чуть-чуть по-другому вызываются. Эффектов больше, короче. Больше эффектов. Короче, он сделал упор, очень много доработал по эффектам. Вообще красивее все стало, просто в разы. Вместе с деревом умением и вот с этими суммонами, с дэшами. Красивенько. Так, еще код где-то должен быть. Так, две новых 1-1 карты. И 2 на 2 там, по-моему, еще должна быть, да, у нас? Обалдешечки, обнобочка, сосная моя, я так ждал тебя. Надо только прокачаться, ребят, да? Что-то настроение у меня сегодня хорошее. Ту-ту-тфу, чтоб не сглазить. И Wing Knight Slot, ребят, это вторая карта, да? Темненькое подземелье. Так, ну ладно, карта это понятно. Где код, братан? Как мне тут пролистать? Погодите. О, погодите. Нет, назад. Самое интересное, трейдинг хаб, ребят. New Trade Hub. Угу. А, можно поставить. Короче, можно поставить и сразу посмотреть то, чем торгуют. Офигеть. Вот это прикольно, это удобненько теперь. И сразу же можно трейдиться, да? Лобысь. Короче, для трейдов, ребята. Soft and wet на Анубиса. Хоп-хоп, накидываешь. Картинок не хватает, только не особо удобно с этими названиями. Было бы что-нибудь там, как питомцы. Картинка, а снизу надпись. Прикольно, ребята. Трейдинг хаб, смотрите, какой сделали. Такой остров с пальмами. О, кокосы. Кокосики. И водопадик там. Ну а что, выглядит прикольно. И чел тут со стрелой стоит. Прикольненько, ребят, сделали. Короче, много. Обновка прикольная, много всего навводили. А версия 1.54. Красота. Вон челики там чилят. Так, код, ребят, самое главное. Yes, sir, my vam, pyre main rise up. Короче, да, вампир. Да, капитан. И что, третий престиж, наверное, требуется. Короче, что дает? Мистическую стрелу 5. Даже не лаки, что ли? 5 ракакака и пюр ракакак. Ну, что-то так себе, ребята.
Лучше бы Лаки стрелу какую-нибудь дали, да, наверное. Ну, как говорится, чему богатые, тому и рады. Вот, ребята, если что, вот такой вот, да, у нас. Офигетушки, все. Получается все, да? Much planning, much better to come, stay tuning and enjoy. Но мне понравился, конечно же, вампир, ребята, огонь. Вампир прикольный, да? Ладненько, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вам обновка? Вкусно, невкусно? Есть у кого-нибудь там вампир? Кто-нибудь затестил уже его? Напишите, ребят. Ну, имеется в виду на практике. Прикольно он, не прикольно, может тоже получить. Все, ребят, давайте. Всем хорошего дня. Всех обнял. Завтра у нас раздача бобухов. Всем удачи и пока-пока. I love you.